До единого дня голосования остаются считанные дни. Лабытнанцы выберут депутатов городской думы 4-го созыва. В территориальную избирательную комиссию города поступили бюллетени для голосования. Члены местного избиркома пересчитали поступившие бюллетени для последующей их передачи в участковые избирательные комиссии. Дарья Самородова расскажет подробнее. 13 дней остается до выборов депутатов в городскую думу 4-го созыва. Город уже пестрит баннерами. Местный избирком проводит информирование населения о предстоящем дне голосования. Кипит работа и в самой территориальной избирательной комиссии. Сегодня день передачи бюллетеней и списков избирателей. Участковые избирательные комиссии во главе с председателями подписывают акты передачи и начинают пересчет стопок бюллетеней. На 310-й участок, который расположен в 8-й школе, выдали 900 штук. Всего для выборов отпечатано 16 438 бюллетеней, и столько же числится избирателей в Лабытнанге. Избирательные бюллетени имеют защиту, микрошрифт и тангирную сетку. Подделать избирательный бюллетень будет сложно. После подсчета участковая комиссия в сопровождении полиции отправляется на свой участок. 28 августа начнется досрочное голосование. 17 часов. По будням они будут работать, участковые избирательные комиссии будут работать до 21:00. В выходные они будут работать с 12 до 18:00. А 7 сентября они будут работать с 12 до 16:00. А проголосовать досрочно могут избиратели, которые по уважительной причине не смогут находиться в день голосования в городе. А проголосовать можно на своем избирательном участке. Если в день голосования 8 сентября избиратель по уважительной причине не может прибыть на свой участок, то он вправе проголосовать досрочно с 28 августа по 7 сентября в помещении участковой избирательной комиссии по месту жительства. Дарья Самородова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».